Всем привет! Сегодня у нас будет очередной тест нового Анубиса, которого я недавно прокачал, еще толком его не тестировал, но судя по тому, сколько я с ним побегал, довольно-таки неплохая сборочка, именно с ожогом 8.8. У меня был Анубис с ракушкой, тоже он неплохой был в пачке с отражалками. Ну, решил попробовать вот такого. Многие просили, стало интересно, будет ли такой Анубис актуален. Анубис прокачан на 12-12, то есть у него тут все по максимуму. Сам по себе ожог дает 50% на полную невосприимчивость к атаке противника. Но есть один минус, этот талант блокируется РСом. И тогда этого таланта толку вообще полный ноль. Единственный вариант, Анубис будет вместе в пачке с выражаем либо с Валькой, которые будут снимать блокировку. Так, ну у нас будет Ангел, который прокачан тоже на максималку, там докачивается у него 35 только уровень. На 9 скилле он на 80% снижает урон на 3 секунды. Также отхиливает 880% от атаки питомца. По сути, один из самых топовых пэтов. Так, рунами у нас будет стоять новый талантик. Это будет корка. Четвертая. Пятерки пока не кую. Побегаем с четверкой. Ее тоже вполне хватает. Будет он у нас в кубке жизни. Чтобы подольше смог выстоять, даже себя отхилить. Потому что у меня здесь стоит победный выпад, не доспех. Если бы доспех был, я бы поставил, скорее всего, его в крит ради интереса. Но так у меня победный выпад стоит для подземок, ну и для PvP локаций. Мне его, в принципе, хватает. Ну, со созвездиями стоит уклонение. Ну что, побежали, потестим сначала в рейде, посмотрим, как он будет против других героев себя показывать. Так, вот тут у нас Анубис, Бигфут, все остальные внизу. Ладненько, зайдем так, попробуем, чтобы Бигфут один напал. Так, стрелок уже напал. Смотрим. Довольно-таки неплохо стрелок попадает. Скорее всего, что с точностью. Вот, первый раз уже слили. Башни не дают ему ударить. Ну, как видите, миссов очень много. И не особо его разбирают. Минуту простоял. Так, сейчас еще пару раз потестим. Возможно, сменим питомца, поставим ему слона. Тогда он будет более неубиваемый. Но от хила у него будет намного меньше. Так, тут у нас есть хранитель. Давайте попробуем. Ну, вот сейчас уже получше. Как видите, вертолетики и стрелка снимают энергию. Но не особо они там попадают. Так, Минотавр. Смотрим. Пока без отхила. Вертолетики бьют, включают ему скилл. То есть он без проблем против Хранителя, Стрелка. Вот там Минотавр еще есть. Пока держится нормально. Ну ничего, так по чуть-чуть их сносит.
Ну, уже 1,5 минуты. Они его даже ни разу не слили. Вот первый раз слили. Ну, судя по всему, выдержать удар он может. Вот такая вот сборочка вместе с ворожаем, и его просто будет нереально убить. Ворожай и под хил даст, и порежет от хил у врагов, и замедлит, и увеличит его атаку, поэтому вместе они, конечно, очень круто смотрятся в такой сборке. Так, ну, в принципе, тут без проблем разобрал все. Давайте еще тестик. Для подземок там, конечно, нужен с другим талантом Анубис. Вот этот чисто такой дефный вариант на забытую битву, на экспедицию. Как вариант им танковать, там, не знаю, кто не может прийти. Королевские битвы очень хорошо на алтари его ставить. Вас алтарь не отожмут так просто. Также можно тестировать на атаке фортов. Но опять же, это все зависит от того, какие пачки будут у противника. Так, смотрим. Ну, Бигфут, хранитель пока не могут осилить. Он уже посливал солдатиков. То есть будет плюс от такого, кто бегает, сливает юнитов на битве гильдии в атаке. Довольно неплохая сборка. Убить его они не могут. А ну-ка так ворожая кинем. Сейчас посмотрим. Как видите, тут еще роль играет корка, потому что для Анубиса корка это самый топовый талант. Тем более, если она у вас будет рунами, это вообще будет просто жесть. Ну, вместе с Аресом сможете убить или нет? Там остался только один Анубис наверху. И внизу уже герои подбитые. Ну, вот так вот. Расик неплохо ультанул. Пропал Рину. Арес с богом войны. Ну, конечно, тоже дамажит нехило, если попадет. Не дают ему ударить. Ну, как видите, основная цель такого Анубиса это выстоять. Удар держит просто супер, если ему еще немножко подхило. Реально пофиг все. Единственное, только блочка от Ареса, что может его слить. Ну, давайте тут попробуем. Так, тут у нас уже есть Фрея. Ну, сами видите, Фрея тоже не особо может убить, потому что она там где-то попадает. Вожох, ну. Удар намного лучше держит. Давайте теперь ради интереса поставим просто обычного Анубиса с богом войны.
Там особо рунами заморачиваться не будем. Ну вот, вроде интересно. Так, хранитель. Вот сами, в принципе, все видите, насколько быстрее он начинает проседать. Даже если мы там ему питомца поставим, это все равно его не спасет. Так, возвращаем обратно нашего. Ну, идем дальше тестировать. Давайте на подземках хотя бы приблизительно посмотрим урон. Так, это немножко не то. Жестокое. Вот сюда пойдем посмотрим на урон. А я и там смерть выпустил, ладно. Урон средненький. Я бы не сказал, что очень крутой, но и не слабенький. Он снимает 10%, по-моему, от жизни или 11%. Я уже не помню. Но реально смотрится очень-очень круто. Ну тут понятно, тут без проблем. Так, кошмарка. 2-1. Ну давайте тут попробуем. Посмотрим. Судя по тому, что вы видите, очень сложно его слить. Реально сложно, потому что другие герои здесь уже бы просели давным-давно. Но он еще даже хоть в стане стоит. Но урон держит очень круто. Ну и сами видите, все прекрасно. Если просто за заборчиком. Слил. Правда, толку от этого, ему надо все убить всех героев. Так, пора уже заканчивать с этим обзором. Спать охота, нельзя ночью тестировать героев. Сейчас еще пройдемся по-быстренькому по локациям. Ну, в принципе, основное, сами все увидели, что ну, ожог ему реально очень кайфово заходит. Ну, и есть одно но. Это Арес. Ну, он, в принципе, уже не особо там актуален, если у вас уклоны будут стоять, если у вас там будет ворожей в пачке, валька в пачке. Арес просто ничего не сможет вам сделать. Единственный еще вариант — это то, что там будет точность на Аресе, и он сможет заблокировать его. Ну, опять же, его без проблем разблочит. Так, хорошо. Побежали, посмотрим экспедицию.
Что-то он урона вообще им не наносит, странно как-то. Ну, в принципе, они ему тоже урона не особо там наносят. Смотрите, сколько героев тековка бьет, все бьют. Он просто коркой не дает им заряжаться. По тыкве сразу видно, что у нее шкала просто не успевает добегать. Вот вам и корка рунами. Ворожай бьет, стрелок, тыква, Влад Дракула. Вот хотя бы первый разгончик есть. Ну, у меня такое чувство, что он может так очень долго стоять. Интересно, если мы тут выпустим Варлока, например, посмотреть. Так, вот и череп подошел. И опять они ничего не могут ему сделать. Ну, не знаю, как по мне, очень кайфово. Что там у нас по времени? Как обычно, обзор затянулся. Но хочется по максимуму посмотреть в разных локациях. Ну, тут, я думаю, он без проблем справится. Судя по всему, по нем даже башни толком не попадает, если сравнивать с другими героями, которые там очень быстро проседают от башен. Но тут реально все пофиг. Все. Героев опять нет. Так, ну еще одну. Побежим на другие локации тестить. Так, вот Арес. Вот видите, он его заблочил. Но дальше он, по сути, там ничего особо ему сделать не может. У него урона просто не хватит. Вот смотрите на самого последнего героя со шкалой. Сколько его героев бьют, и они еле-еле его сливают. Он просто не дает им заряжаться. Так, ай-яй-яй, не успел я. Вот так вот. На этом наше тут закончилось. Давайте в забытой битве. У меня тут есть тестовые пачки. Вот сюда вместе с Леди Лео. Попробуем поставить Анубиса. Попробуем вот так вот. Ну, вот нас заблочил раз. Ну, как бы, сами видите, это не особо критично. Леди Лео свою сделала. Она их просто ушатала. Ну, остался черепок. Тоже без проблем. С ним разбираются они. Так. Ну, затащили. Тут Фрея затащит, однозначно.
Да, Лео, конечно, творит чудеса на 12-м скилле. Неплохо, неплохо. Можно смело его вставить в центр. В начале пачки на нем просто все зависнут. Он будет энергию по чуть-чуть отбирать. То, что надо. Видите, да? Как без проблем. Сейчас Лео будет включаться и станет вражеского. Вот она опять заблочила его. Не знаю, мне очень нравится он. Скажем так, один из топовых будет. Так. Так, и последний. Ну что там, вы его убьете или нет? Вот так вот. Дерево даже не резнуло. Как-то непонятно. Здесь есть экспедицию, показал. Ну, давайте еще на лаве потестируем. Все, еще здесь потестим и можно заканчивать. В принципе, то, что хотел показать, показал вам, вы уже дальше сами решаете. Нужна ли вам такая сборка или нет? Ну, судя по всему, сборочка очень интересная. Держит удар хорошо. По нему не попадает. Возможно, сделаем еще ворожая. С воодушевлением попробуем, как он себя покажет. Так, тут понятно все. Вот такой вот у нас был мини-обзорчик. Такой вот сборки. Сборка реально кайфовая. Смотрится классно. Все, пишите в комментарии. Какие вам сборки потестить? Подписывайтесь на канал. Всем пока.